Накануне глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в совещании, которое провел Владимир Путин в режиме ВКС с субъектами России о ходе реализации программы капитального ремонта школ. Федеральная программа капитального ремонта школ реализуется по поручению президента России. Рашид Тимрезов и директор сельской школы Аула Иконхалк Фатима Унаджева приветствовали главу государства и школы, которая носит имя выпускника героя Советского Союза Халмурзы Кумукова, повторившего подвиг Александра Матросова. Обновленная школа с новыми классами, оборудованием, школьной столовой – это настоящий подарок для жителей аула. Форма и содержание учебного процесса теперь соответствуют требованиям современного образовательного стандарта. Фатима Унаджева рассказала президенту о том, что в процессе модернизации школы, а также в ежедневной жизни активно участвуют не только дети и педагогический коллектив, но и родители и односельчане. Добрый вечер, уважаемый Владимир Владимирович. Вас приветствует многонациональная гостеприимная республика Карачаево-Черкесия. Мы получили комфортную, современную школу благодаря вашей инициативе. Большое спасибо за нашу комфортную, современную школу и за равные возможности. Рашид Борис Петрович, спасибо. Какие планы у вас по дальнейшему обновлению школ и строительству? Владимир Владимирович, 48 школ мы отремонтировали за двухлетнюю программу. Только в этом году, в 2024, мы отремонтируем, капитально построим 18 школ. Я в первую очередь хочу поблагодарить вас за программу по капитальному ремонту школ. Для нашей республики это очень важный социальный эффект, так как основная часть школ, которую мы капитально ремонтируем совместно с Министерством просвещения, это находится в сельской местности. И, Владимир Владимирович, я искренне хочу вас поблагодарить за вашу поддержку всем тем программам, которые сегодня, государственным программам, которые реализуются на территории нашей республики.